Приветики, всем приветики из Германии. Мы приехали в город Дицуме. Здесь стоянка кораблей. Большая-большая парковка корабликов. Мы приехали Миланчику показать кораблики. Да, Миланыч? Что ты думаешь о корабликах? Красивые кораблики. Вот я обмоталась, здесь ветрено, холодно возле моря. Там дальше большая дамба, а тут такой выход к морю, куда они уплывают. Мы приехали специально сюда показать Милачку корабли. После Греции Милан очень любит кораблики. Полюбил наш малыш кораблики. Ну, когда я вышла на солнышко, то так, тепло. Сегодня плюс 11. На солнышке хорошо. Сейчас солнышко запрячется в 4. Будет прохладненько. Так, пока по солнышку погулять, полюбоваться на кораблики. Папа там Милану что-то рассказывает о корабликах. О своем, о мужском. А я просто ими хожу и любуюсь. И вам снимаю кораблики. И не так рядышком, друг с дружкой. Припаркованы. Рыболовные кораблики. Ловят нам вкусную рыбку. После прогулки здесь по набережной мы планируем пойти в ресторан. Когда я была беременная, мы часто приезжали сюда. Меня тянуло на солененькое. Я всегда заказывала блюдо. Оно называется 4 селедки. Мой шарф на шее, как будто у меня гипс. Что-то я такое намотала некрасиво. Утеплилась, конкретно утеплилась. Когда одевают так шар, получается женщина без шеи. Один шар. Чайка кричит. Мила, тут чайки кричат, что-то там рассказывают. Заяц, тебе тепло? И в зимних ботинках, и в зимней курточке, и в зимних штанах. Мы сегодня одели ребенка по-зимнему. Чтоб здесь на море не простыли. Объявление. Вот этот кораблик. И можно устроить ночлег на корабле с вечеринкой. И обращаться по телефону или посмотреть на сайте Даби-Даби. Какая прелесть. Кто хочет пати на корабле, добро пожаловать. С выходом в море. О, красота. А мы идем в ресторанчик. Мой любимый кушать. Твоя always. Обратите внимание, какой здесь классный ночничок. На окошке стоит из чашечек. Блюдце, чашка, заварничек. Прелесть. Бриллианты. Миланчик. Миланчик, мой сосенчик. Обратите внимание, какая чашка классная. Как будто чай в невесомости налит. Все прелесть. Милашки, славные кудряшки. Милан, ты в кого кучерявый? Что за кудри? Что за кудри отросли? Пора отстричься. Да, пора подстричься. Ай, мама с камерой прячемся, не любит, когда мама его снимает. Да, скажи, назойливая мамаша, все время снимает что-то. И покажу традицию. Традиционный сахар Остфризеланд. К сахару подаются такие щипчики. Там-там. И сахар выглядит как леденцы. Хрумает огурец. А папа ему дает попробовать крабов. Крабиков. Папа три разные рыбы жареные.
Жареная картошка, цветная капуста. У меня 4 разных майтеса. Ну и доедаем салатики. Пелончик нажимает на огурцы. Так, побыли в моем любимом ресторане, вот здесь. И сначала этот мужик сидел на скамейке, а теперь его посадили в стул. Скамейку, походу, разбили. Да. Мы наелись, нагулялись и счастливые, довольные едем домой. Спасибо вам за просмотры, лайки, подписку. Мы всегда рады, когда вы ставите нам пальчики вверх. Да, Миланчик, мы любим пальчики вверх. Обожаем читать ваши комментарии. Спасибо, что пишете. Спасибо вам за обратную связь. Но мы едем домой. Всем пока-пока. Thank you.